Он принес непонятно откуда гранату и стал высказывать угрозы в ее адрес, что хочет ее взорвать. Она отобрала у него гранату и вынесла сюда. Снотворное дала, уговорила просто по-хорошему. Вот я говорю, я даже не напугался, я почему-то не поверил, что она настоящая. Я говорю, ты с ума сошел? Да давай поспи, поговорим. Тревожный звонок на 02 поступил в субботу около 7 часов вечера. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы и ОМОНа изъяли гранату F1, которая оказалась боевой и могла взорваться в любой момент. Кроме этого, в квартире было обнаружено самодельное стреляющее устройство. Сейчас стражи порядка выясняют, откуда у читинца этот арсенал оружия. По словам задержанного, гранату он несколько лет назад купил в Нерчинске и никому ею не угрожал. Мужчину задержали сотрудниками ППС, он был доставлен в железнодорожный отдел милиции. В отношении него возбуждено сразу 3 уголовных дела за угрозу убийством и незаконный оборот оружия. Алена Любимова, пресс-служба ОВД для программы «Время новостей».